Всем привет! Очередная замена прокладки на впуске. Подключил дымогенератор. Идет дым из-под прокладки. Разобрал. Уже стоит нестандартный впуск. Стоит ресивер. Все тут уже было на герметике. Новая прокладка. Шпильки. Некоторые надо поменять. И человек попросил также все поставить на герметик. Ну, хозяин барин, поставлю, посмотрю. Буду ставить на такой вот герметик Renzo Seal.